Всем привет! Сегодня на обзоре такая необычная игрушка. Как вы уже видите, это телефон-спиннер. Недавно заказал его на Банггуде. Кстати, в этом магазине цены на эти игрушки, на телефоны-спиннеры, самые дешевые. Ссылочка будет под этим видео. Чтобы вы понимали, вот по сравнению со спичечным коробком, как выглядит эта игрушка. Но, между прочим, игрушка игрушкой, но это можно ее использовать как обычный телефон. Чтобы вам было видно. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Кстати, несмотря на то, что он такой маленький, друзья, это полноценный телефон. Не просто игрушка-спиннер, а полноценный телефон. И сейчас я вам попробую это показать. Вот, можете видеть, ловит и сим-карту, и карта памяти там установлена. Показывает и время, и заряд батареи. Полностью на русский язык можно установить. Тут написано вместо меню «Главное», а тут написаны «Контакты». Ну и когда нажимаем на «Главное», то вот «Контакты» можем перелистывать. «Настройки». Инструменты, мультимедиа, сообщения, журнал вызовов, и снова контакты. Ну, хочу продемонстрировать вам музыка. Можно выбрать аудио. Окей. Очень громко. И представьте, если выключить свет, да. Вот такой вот телефон-спиннер. Под видео будет ссылочка, где можно зайти, купить такую игрушку. Да, кстати, хочу показать вам, как снимается эта крышка. Вот, значит, под капотом у нас я вставил карту памяти на 16 гигабайт и карту, сим-карту. Также еще можно вторую сим-карту сюда всунуть. В этом спиннере есть также камера. Если вам понравился такой телефон-спиннер, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Товар из Китая». Впереди много интересных распаковок и обзоров. Ну и до новых встреч. Всего вам доброго!